Привет, друзья! В эфире «Вести из Зеленого берега» и я, бабушка-блогер Наталья Потаева. Сегодня расскажу вам про свой пылесос. Поскольку я совсем недавно приобрела недорогой, за 3000 рублей всего в нашем магазине ДНС, и стала более активно пользоваться пылесосом. У меня однокомнатная квартира, убирать здесь особо нечего, пыли особо нет. Но маленький пылесос — это вот такая удобная вещь. И если, дорогие мужчины, вы еще не определились с подарком для ваших женщин, то имейте это в виду. Итак, он стоит у меня вот здесь. Очень удобно им пользоваться. Он компактный, недорогой, легкий. Вот так. Достаем. Нажимаем кнопку. Сейчас я покажу, как он устроен. Так, подставка вот так выглядит. Здесь запасные щеточки стоят. Вот они. Заряжается вот сюда. Стоит около розетки. Гинзу, наверное, да, можно прочитать. Значит, вот так у него устроена щеточка. Вот. Здесь, значит, турбощетка у него есть. Здесь кнопка отстегнули. Все очень мобильно и легко. И пойдем проверим на балконе. Пыльцу смахнем с подоконника. Нажмем. Уборка закончена, теперь мы разберем наш пылесос. Как я уже говорила, он легко очень. Нажимаю вот так. Отстегнули. Так, вот так уберем большую часть. Она нам пока не нужна. Так, ну вот съемку делаю на столе, потому что, чтобы удобно было снимать, не на полу, не корячиться. Совочки приготовила. И буду показывать, как он разбирается. Вот так, разобрали. Эта часть с моторчиком осталась. Здесь у нас кармашек. Вот это все. Все очень просто. Набралось, хоть и маленький, но мощный собака. Ну, понятно, что я здесь сейчас трясти особо не буду, но, в общем, вот такой мешочек. Оставили. В общем, друзья мои, для моей однокомнатной квартиры вот этого пылесоса беспроводного за трешку вполне достаточно.